Что, друзья, сегодня 23 апреля. Всем привет, с вами Валдис. Сегодня у меня день рождения, и на моем канале 100 подписчиков. Это не может никак не радовать. День рождения я как бы не так жду, как своих подписчиков, чтобы подписывались на меня. Вот, это две хорошие новости. Но есть еще и третья. Я наконец-то купил новую резину для своей Chevrolet Lachetti. Вот они, мои колеса, пока три. Четвертая балансируется. Не знаю, резина какая-то Tiger. Хорошая или нет, но она самая дешевая. Ну, не самая дешевая, там на несколько сотен рублей дороже, чем некоторые там. То есть одна из самых дешевых. Вот. И я думаю, с новой резиной начнется в скором времени. Я не знаю, как это ускорить все, но вы все знаете мою историю, у меня кредиты. Но они уже благополучно заканчиваются. Вот. И что я хотел сказать, что с появлением резины, наверное, начнется у меня новый проект. Я буду прокачивать свою машину. Хочу капитально прокачать. То есть от колес, дисков до обвесов, обшивки салона. Я знаю, что это дорого, вот, но оно, я думаю, того стоит. И вам тоже показать это очень сильно хочется. Ну и вообще интересно будет мне самому. Я давно уже хочу взяться за свой автомобиль. Он у меня в очень непристойном состоянии. Я на нем просто езжу, как бы эксплуатирую, а ничего туда не вкладываю. Вот купил колеса. Еще раз повторюсь, потратил 11, почти 12 тысяч. Вот сейчас мне их одевают на литье, балансируют. Потом я их поеду ставить в город, ну, после рабочего дня, соответственно. Не приехал на ней, потому что она стоит на спущенном колесе. И чтобы его надуть, это нужен был домкрат. А его я благополучно сломал, когда мы, я не помню, что делали. Что-то чинили. Что мы делали? Стойки меняли, сломали домкрат. Вот. Вот такая у нас погода в апреле, 23-е, на мой день рождения. Вот, так что в комментах поздравляйте меня. Вот. Ну, самое радостное, что подписываются люди. Самое-самое, это главное для меня сейчас в жизни. Вот. Малыми мелкими шажками двигаюсь к своей цели, так сказать. Желали мне много-много подписчиков, все мои друзья, знакомые. Спасибо вам, кто поздравил, кто пожелал мне успехов в моем начинании. Вот. Ну, собственно, день как день. Скоро, я думаю, проведу новый эксперимент. Будет интересно. С вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайф. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья мои. Я вас обнял. You can be my drug dealer boy.